Добрый день, дорогие друзья! Для нас настали трудные времена, с которыми мы должны справиться все вместе, в одном порыве. Я думаю, все это пройдет в скором времени. Все будет хорошо у нас, все будет замечательно, прекрасно. Мы уже скучаем по нашей любимой иркутской публике, по гостям нашего города, которые посещают наши концертные залы, театры. Мы не сидим сложа руки, мы с удовольствием занимаемся, репетируем, создаем новые программы. И после того, как все закончится, как все станет замечательным, мы обязательно будем с вами встречаться, где будем обмениваться нашей энергетикой, нашими положительными зарядами. Поэтому, еще раз говорю, будет все замечательно, все будет хорошо. Мы все любим музыку, а она нам будет помогать справляться со всеми неприятностями и со всеми трудностями. Поэтому до новых радостных встреч.